А вот соревнования по джимхане в Алматинской области тоже прошли весьма необычно. Нет-нет, никто в машине рожать не собирался. Просто общество отпетых гонщиков разбавила сексапильная блондинка на розовом авто, которая тоже метила в чемпионы. Не так часто машины в занос улетали, сколько парни сворачивали шеи, глядя на женскую езду. Более 40 пилотов из Казахстана и Киргизии прибыли на тренировочную базу. Трасса в этот раз сама по себе была непростая, зеркальная. Гонщикам следовало по парам заезжать на трек, а после меняться местами. В общем, запутаться в четырех колесах можно было легко. По сравнению с прошлым годом большой прирост количества участников. С каждым разом ребята начинают гонять все лучше и лучше, и уже, в принципе, ну, нас, опытных пилотов, уже очень сильно подстегивают. Подстегнуть участников решили и раллисты со стажем. Мол, не финты у машины главное на трассе, ведь не каждому дано так дрифтить на простых «Жигулях». Вот как дрифтовать надо, ребята. 90% молодежи тренируется у меня. Я тоже их всех знаю. Я даже знаю, кто может победить, но я в секрете придержу это. Однако особо на розовой Сильвии разрушила все предположения, когда выкатила свою машину на трек. Кто-то думал, что она и с места не сдвинется, но жару блондинка дала что надо и даже не побоялась своего соперника, профессионального пилота. Дрифт тоже просто всегда обожала, это завораживающе, это красиво, интересно. Злит, когда водители любят сказать: а, женщина за рулем, это так плохо. Хочется доказать, что нет, женщина за рулем, на что-то способная. После такого смелого заезда от девушки ее соперник преклонил колено. Что ж, пришлось признать женские умения. Юля давно очень пытается учиться, это, за это ей большое, как бы сказать, уважение. Ей побольше настойчивости, и она будет ездить на уровне. В общем, глаза боятся, руки делают, а газ выжимается. Это про джимхану. Блондинка ты или вчерашний бизнесмен, значения не имеет. Было бы желание. Яна Пучкова, Ганикалов, новости ревью.